спонсор видео – группа по продаже монет и ресурсов от TomFarm, где вы можете приобрести стройматериал для амбара, силосной башни, расширение земли, шахты, топоры и пилы, монеты и многое другое. А также в группе проходят ежедневные акции и рандомы. Ссылка на группу в описании. Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк, и сегодня я расскажу вам о производственной постройке Медогонка. Медогонка – производственная постройка. Разблокируется на 39 уровне, стоит 35 тысяч монет. Время строительства – 1 день, или же можно ускорить за 47 алмазов. За открытие дает 24 звезды опыта. Медогонка – производственное здание, в котором из сот делают мед и пчелиный воск. Для того, чтобы получить соты, надо купить дерево улей, пчел и медоносные кусты. Дерево улей разблокируется на 39 уровне, стоит 4000 монет. Само дерево улей ничего не производит, но на нем висят ульи, в которых живут пчелы. На дереве можно размещать до 4 ульев, в каждом из которых помещаются по 3 пчелы. В отличие от домиков для других животных, ульи нельзя купить, их дают после того, как будет собрано определенное количество капель нектара. На 39 уровне игроки приобретают дерево улей всего с одним ульем и могут купить, соответственно, 3 пчелы, каждая из которых стоит 1500 монет. Пчелы добывают нектар из медоносных кустов, продающихся по 120 монет. После того, как будут собраны 4000 капель нектара, игрок получит второй улей и сможет купить еще 3 пчел, но уже по 2000 монет каждая. Третий улей дают за 40 тысяч собранных капель нектара. В него покупаем пчел по 2500 монет каждая. И четвертый улей получаем после того, как соберем 400 тысяч капель нектара. В него пчелы будут стоить по 3000 монет. Пчелы собирают нектар с медоносных кустов в ульи и перерабатывают его в соты, которые можно периодически собирать. Из сот медогонки производим мед и пчелиный воск. Мед начинаем делать на 39 уровне. Для этого нам понадобится 2 соты за 136 монет и 20 минут времени. Мед стоит 154 монеты, значит прибыль составит 18 монет и 12 звезд опыта, которые дают за производство меда. На 48 уровне появляется возможность делать пчелиный воск. На него нам потребуется 3 соты за 205 монет и 45 минут времени. Цена готового пчелиного воска 234 монеты, значит прибыль составляет 29 монет и 28 звезд уровня. Мед и пчелиный воск – ценные продукты, которые идут во множество блюд и часто требуются на заказы. Но обычно сырья, из которого их делают, не так много, поэтому нет никакой необходимости открывать много ячеек в очереди на производство. После 50 часов работы медогонки вся продукция, отправленная грузовиком, становится на 10% дороже. Еще после 150 часов работы медогонки вся продукция, отправленная грузовиком, приносит на 10% больше опыта. Еще после 450 часов работы вся продукция производится на 15% быстрее. То есть трехзвездочный рейтинг медогонка получает после 650 часов работы. Ну что же, ребята, спасибо, что смотрели видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока.